При помощи ПТМ МВ4 мы можем выводить на один монитор 4 окна с разными изображениями. Что вы видите на правом мониторе? На мониторе слева изображена программа, при помощи которой вы легко можете управлять ПТМ МВ4. Перемещать окна по экрану, изменять размеры, увеличивать или уменьшать. Например, берем окно, перемещаем его в центр, увеличиваем, уменьшаем. Все это делается при помощи мышки. Если какие-либо каналы изображения не нужны, допустим, нам не нужно третий и четвертый канал, мы можем их просто отключить все той же мышкой.